свойство, которое не так просто опознать, но именно оно вызывает самое глубокое привыкание, из-за которого отказаться от ресивера или даже перейти на более легкий становится практически невозможным. Качество звука профессионального уровня. Чем это обусловлено? Первое. Система акустической калибровки параметров, или MCACC. Она позволяет откалибровать звук до ужасающей точности, и таким образом он становится как бы вашим. Вы чувствуете к нему полную привязанность. Она наступает еще быстрее, благодаря тому, что теперь замеры системы можно перенести на компьютер гораздо проще, с помощью флешки. Второе. Глубина компенсации звука выросла с 10 дБ до 12, а соответственно повысилась его натуральность. И третье. Система PQLS. Она устраняет джиттеров, или, проще говоря, микроискажение звукового сигнала. Результат – невообразимая частота звука, по сравнению с которой меркнет окружающий мир. На чистый звук жертва подсаживается незаметно. Все остальное начинает казаться ей блеклым и нереалистичным. У некоторых зависимых наблюдались попытки во время просмотра фильма отключить звук окружающего мира. Что делать против этого? Просто затыкать уши не подойдет. Качественная тишина посредством реверсивной психологии будет напоминать вам о качественном звуке, и вас все равно потянет на ресивер. Вместо этого слушайте больше шумов. Шуршания, неритмичные шорохи и стуки, вопли случающихся котов, звуки такого плана. Портите свой слух. Отучайте себя от качественного звука, и тогда ресивер потеряет над вами власть.